Что там насчет КСО новостей? Так, что добавить? Роза Феникс? Вроде нового персонажа. Я так понял. Ну, которого на КСО.js показывали. Окей. Ее уже добавили. Уже в Корее. Нет, 13-го, короче, добавили декабря. Добавили, короче, крылья. Ну, крылья, Феникс. А, понял. И так, значит, потом... Пляснул, крылья Феникс. Ну, ты же видел картинки. Да. Стоп, это перс или просто крылья добавили? Да, перс и крылья на нем. Отдельно перс и отдельно крылья. Ты можешь эти крылья на любой перс, типа, ставить. На любого персонажа. Правда, смотрится будет перчик. Я только не знаю... Подожди, может на новом сценарии их дают? Сейчас я почитаю, подожди. Пару крыльев с огненной силой. Мне нравится. Переводчик просто лучше, я знаю. Короче, крылья с огненной силой. Ну, типа того. Fire power. Медальки? Медали, короче. Да. Паладин, Dark King, Кримсон Хантер, Ликантроп, Феникс и Секретный Солдат. Короче, добавили... сейчас. Что это? Ну, опять же, бокс, наверное, да, вот этот KSO.js. Коробку. Добавили... А, KSO.js, но она и так была. Да, компенсационная коробка KSO.js. То есть, получается, мы тоже можем открыть деки и получить ценные призы? Скоро. Сейчас, подожди. Скоро нам будет доступна коробка, в которой мы сможем получить ценные призы. Вообще написано, что дата выхода 19 декабря. Не знаю, может, она и раньше вышла. Тут написано вот такое, Вики. Ну, Вики, она любит пиздеть, так что ей верить особо нельзя, и так чисто. Теории, чуваки. Теория. Если там можно будет делать то же самое. Потом еще вот добавили краски KSO.js на оружки. Ну, не знаю, на какие оружки. Но их, как я понял, дадут только тем, кто ездит туда, да? Да, наверное, мне кажется, всем будет доступно. Хотя не знаю. Ну, нет информации. Потом, значит, просто добавили если еще... дадут только тем, кто туда ехал, то мне вдвойне обидно будет. Короче, еще передобавили перса типа Санту, легкого зомби, и тяжелого зомби. Тоже Санта. Санта легкий зомби. Санта легкий зомби. Ну, блин, так написано, чувак. Я понял. Потом мне почему-то кажется, в русской версии так переведут. Санта легкий зомби. Худ добавили, короче, тот, помнишь, который мы смотрели? Худ? А, новый худ, да. Понял. Да, новый худ. Окей, будем ждать теперь у нас, когда добавят. Потом еще написано... И будет добавили... куча таких комментов, фу, говно худ, как так ныть постоянно будут, реально вы задолбали. Не знаю, что это значит, но вроде как, может быть, добавили... Типа ботов на зомби-герой или на зомби-Z. И зомби-Z. Не знаю, почему написано бот. Типа так поддерживает. Так и так же вроде поддерживается. Потом добавили, короче, страницу студии. Я так понял, веб-страницу студии. Да. Как ты говорил, будет, что да. Типа на сайте можно. Как Battle.net. Это Корея, я чувак. Я не знаю, зачем у нас будет. Я тоже не знаю. Я, правда, не вижу смысл в этой штуке. Ну... Что-то прикольное. Потом значит, обновили Zombie Z, что-то там добавили какую-то новую мутацию, что? Там есть такая штука, типа там мутации. Наверное, да, что-то. Я не правда знаю, ни не про Zombie Z, так что. Я правда сам не понял, что это за фигня, что не дают и так далее. Они как бы что-то должны давать, но мне это не как бы не получалось, оно это не работало, поэтому я. Не знаю, извиняюсь. Christmas event, короче. Да. Потом я так понял, что они какой-то добавили ящик, который на зомби берется, знаешь, типа с оружками, что-то такого.